Так, а до нашої студії сьогодні завітала Вікторія Романенко, регіональний координатор конкурсу «Кращий студент України» у Миколаєві. Доброго ранку, вітаємо вас у нашій студії. Доброе утро. Ну, спасибо большое за приглашение. Дякуємо вам. Тривають регіональні етапи всеукраїнської конкурсної програми «Кращий студент року». Розкажіть нам, хто номінований, які номінації, хто найбільш активний, яка студентська молодь, будь ласка, тому що всі подробиці знаєте саме ви. І так, хто же у нас сьогодні буде соревноваться за право быть самым лучшим студентом Украины в городе Николаеве. У нас есть такая хорошая номинация, как комплексная. В нее включены как хорошая учеба, талант и, конечно же, активная социальная жизнь. То есть студенты вот этой номинации ходят на репетиции хореографические, также по репетиции ну, по таланту, чтобы отрепетировать свои какие-то номера. Также они готовят визитку, где они рассказывают про себя, про свой вуз, про свое обучение. Также они готовят еще видео «Три добрых дела», где рассказывают о своей социальной работе. А, вот этот проект, который они должны презентовать, да, социальный проект. Да. Социальный, как, это больше не социальный проект, а что они делали для общества, для города в целом. Какие у них были три главных хороших дела. То есть кто-то помогает детскому дому, кто-то помогает там студентам, кто-то глава самоуправления, они помогают студентам в плане отстаивать их права, бороться за них. Это тоже доброе дело, потому что не каждое самоуправление согласится на это, не каждое самоуправление будет помогать студентам. Но, ну, вообще, да, это их обязанность, но не каждый это делает. Потому, как бы, я бы лично считала, что это доброе, честное и правильное дело. А вот мне завжди подобалась наступна така номинация «Кращий студент-аналитик України». Ой, есть она в цьому році? В этом году у нас нет. Мы скорректировали данное положение по нашему региону. То есть мы оставили 6 главных номинаций. То есть лучший программист, чаще всего это подают студенты МНУ имени Сухомлинского и ЧДУ имени Петра Могилы, потому что у них у ЧДУ вообще очень сильно развита вот этот факультет и работа с программами, стартапами, то есть они в этом плане вообще умнички. Следующая номинация — общественный деятель. Тут подаются практически все вузы, потому что, как вы знаете, общественная деятельность у нас в городе, она поощряется, она востребована, и потому у нас очень, ну, как бы это одна из самых обширных номинации. Также студент науковец у нас есть. Там тоже практически все вузы представлены. Собираем мы жюри, то есть там, мы пытаемся собрать жюри именно на науковца и на спортсмена как можно обширнее и как можно объективнее, потому что это достаточно, ну, специфические номинации, то есть для того, чтобы оценить науковца, треба бути самому науковцем. Разбираться в этом, потому мы просим департамент образования нам помочь сформировать данное жюри, пригласить представителей каждого вуза с преподавательского состава. Это доктора, это доценты, это кандидаты, возможно, проректора по научной работе. То есть это люди, которые постоянно сталкиваются с работой в науке, либо спорт тоже достаточно обширная номинация, которая требует тоже грамотного, правильного судейства. Самое главное – судейство даже не столько обширная, сколько компетентная. Опять же, просим вузы подавать свои, ну, кандидатуры к тому, чтобы рассмотреть и данную номинацию. Также у нас... А вот давайте трішки зупинимо. Зараз ці номінації. От ми вже розібрались, фахове журі, компетентне, що вони будуть судити. Наприклад, якщо спортсмен, що він має показати? Якщо в комплексній характеристиці ми зрозуміли, там проекти, все, щодо спортсмена і науковця. Це має бути якийсь винахід, давайте більш детальніше, якийсь винахід, чи може якась теоретична така частина. Розкажіть нам. Вони можуть подати, вони подають анкету свою, де вони описують, чим вони займаються. При цьому, якщо у науковця є определенный патент, они могут его сфотографировать, отсканировать и прислать нам. Как бы они так и делают. То есть, если у ребят есть какие-то патенты на изобретение, они участвуют в каких-то стартапах, вот как программисты, то есть, ну, обязательно у них есть какие-то подтверждающие бумаги, которые они нам также посылают. Также и
спортсмены. То есть, если он участник Олимпийских игр, это у него подтверждено. Если он кандидат, у него, как там, не кандидат, а мастер спорта, у него это подтверждено. То есть, мы работаем вот таким вот образом, потому что сделать шоу, у нас 35 профильных номинантов и 8 комплексной характеристики. Сделать шоу почти на вот такое большое количество мы, к сожалению, не можем, чтобы каждый показал, презентовал и дать ему определенное время. То есть, это уйдет много и много часов, потому мы пытаемся сделать так, более мобильно. Слухайте, цікаво, так. А скільки в цьому році от, від Миколаєва подали просто заявок студенти? Ну, 35. А, 35, так, трошки пропустила, так. Да. Ще хотіла спитати, коли? Сьогодні ж буде вже відбуватися. Да, чи можуть миколаївці прийти, подивитися? Так, звісно, приходіть, ми будемо раді всіх бачити. А давайте нам більш детально, яким чином це все буде відбуватися, привідкрити нам за кулісся, скажімо так, зацікавити наших миколаївців. Итак, что же это будет? Сегодня в 6 часов в концерт-холле «Юность» будет у нас просто грандиозное шоу с участием наших 8 комплексных ребят, которые участвуют в комплексной номинации, плюс лучшие вокальные и танцевальные коллективы нашего города, которые нам пришли помогать в создании этого шоу. И это будет все настолько красиво, настолько ярко, что вы еще никогда не видели такого классного шоу. Вот уже аж так хочется прийти подивитися, що там буде. Цікаво. Безумовно, студенти готуються, хвилюються. Ви як координатор спілкувалися з ними. Які в них настрої, які в них відчуття, перечуття? Всі, звісно, волнуються. Хвилюються. Да, всі дуже волнуються, всі переживають. Хочется, конечно, сказать спасибо всем, кто участвует. То есть они уже большие молодцы, что они становятся на путь, они хотят быть лучшими. То есть если даже кто-то проигрывает, как показывает моя практика, уже третий год я региональный координатор, ребята подаются еще раз. Вот у меня мальчик есть в номинации программиста, он не получил ничего в прошлом году, но он в этом году опять подается. Потому что он хочет быть лучшим программистом. Не опускают руки, идут далее. Да, идут дальше. Организационный комитет не запрещает подаваться еще раз, и еще раз, и еще раз, если есть желание. Поки не достигнешь своей мрії, конечно. Правильно? Не сдаватись. А чи змінюються якісь умови кожного року? От, чи може важче стає вже? Чи от ви 3 роки, да? От можу сказати, що змінилося? Може молодь стала більш активнішою? От ви ж це все відслідковуєте? Поділіться з нами. Что изменилось? Угу. Ну, как бы молодежь всегда в этом плане, в этом проекте она была всегда активна. Так. То есть сказать, что что-то конкретно изменилось, нет, стали просто больше подавать заявок. Да, чуть-чуть больше заявок, чуть-чуть больше как бы стал уровень доверия к этому проекту еще чуть-чуть больше, потому что раньше он был, потом он на долгое время пропал, и сейчас вот студенты, которые пришли уже моего как бы возраста, они... Ну, не знали, что это такое. И им как бы как с нового листа надо было объяснять, что это за проект, как он возник, почему он возник, для чего он нужен, почему он важен для них, что они получат с этого проекта. Ведь студентов, как и каждого человека, надо мотивировать для того, чтобы они принимали участие, хотели завтра опять прийти на ваш проект. Еще послезавтра они порекомендовали его друзьям. То есть хочется вот такого уровня. И мы к этому идем с каждым годом все ближе, ближе, ближе. А у мене ще одне запитання з приводу журі. Все ж таки, хто ці люди? Хто це буде сьогодні? Это большое. Ну, привідкрийте нам уже, ну, привідкрийте. Ну, конечно, это будут деятели культуры, будут, конечно же, СМИ, средства массовой информации у нас в жюри, и люди, которые помогали нам сделать это шоу красивым, ярким. Інтересно. Все одно інтрига така. Треба іти дивитися, щоб точно знати, хто ж буде. Хто таке кваліфіковане журі сьогодні буде на конкурсі. Нашу молодь, наших студентів ми підтримуємо. Будуть підтримувати сьогодні весь миколаївці, наші містяни. У вас є змога сьогодні о 18:00. Ми вам дякуємо за вашу роботу, за те, що прийшли розповіли. Вікторія Романенко, регіональний координатор конкурсу «Кращий студент України в Миколаєві», детально розповіла нам про те, хто ж він, цей кращий студент, хто має бути цим кращим студентом. Дякуємо вам. Успіху ввечері, будемо слідкувати.